сегодня единственное правильное решение. Вот. Все это могут. Вот хороший перехват от Ореховского. И 3-2. 3-2. Бить, конечно, да. 3-2. Да, там Беседин. Открывая рахунок на 18 секунд. Я чувствовал, что он сегодня должен забить. Посмотрел, никто не встречает, спрашивает, ну что, надо бить, ударил, без ударов нет голов. Свій вихід у основному складі уже не проходить дарма для форварда «Динамо Київ». Треба відмітити відбор, зустрічний відбор від Ореховського. Розогнав атаку і Беседин зіграв як заправський форвард. Пожадничав, мог направо віддати і правильно зробив. Нестеров віддає передачу, ну фантастичний просто обріз від Завійського. А от ми бачимо. Пласируется Лобай, вместо того, чтобы... Потому что три футболиста «Динамо», два по флангах выбегало. Не надо, на фланге там нет опасного. Опасный был с мячом Беседин. Надо было бросать на фланг и вот встречать Беседина. А он пошел, но уже поздно. Беседин нанес удар. И хороший удар в дальний угол. Дальний угол — смерть для вратаря.